Приветствую всех, друзья! Сегодня у нас второе видео из цикла «Астроазбука». В прошлый раз мы с вами поговорили о Солнце в знаке зодиака Овен. Это видео было для Овнов. Сегодня у нас на повестке Солнце в знаке зодиака Телец, то есть если вы Тельцы. Но мы с вами помним, что такое Солнце. Солнце прежде всего показывает, каким образом человек получает энергию для жизни, во что человек осознанно вовлекается. Итак, посмотрите на эту великолепную карту. Эта карта представляет знак зодиака Телец. Итак, человек рожден с энергией, которая накапливается очень медленно и только в состоянии спокойствия. Поэтому пока человек восстанавливает запас жизненных сил, практически никто не может на него повлиять. Пусть весь мир подождет. Солнце в Тельце неторопливо восполняет запас топлива для жизни, поэтому не выносит, когда его кто-то начинает подгонять и делать перед ним резкие движения. Энергия Тельца – это энергия материального мира, поэтому человек получает энергию и через деньги. За свою потраченную энергию человек желает получить денежную компенсацию, чтобы восполнить баланс жизненных сил. В состоянии накопления энергии человек упрямится, когда его пытаются сдвинуть с места. Уступить может тому, кто предложит материальную, вознаградить его труд. Энергию человек накапливает комфортно в привычном для себя месте, где ему приятно, надежно, спокойно, окруженный своими любимыми вещами. А также человек накапливает энергию через еду. И теряет энергию Телец в кризисных ситуациях, в неожиданных ситуациях, и поэтому старается их избегать, зная, что энергия восстанавливается очень-очень медленно. Когда Солнце в Тельце находится в тупике, теряет свою самость, теряет энергию добытчика, оно начинает проявлять качество знака зодиака Скорпион, то есть знака, который находится напротив. Следовательно, включаются управители Скорпиона – Плутон, Марс и Уран, воинствующие планеты. Друзья, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал и приглашаю на личное.